Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на связи с вами Денис Фолгуб. И сегодня я хочу рассказать о второй программе Binar, которую привязывает проект BitMultiBit. Итак, в этом проекте очень шикарный Binar. Очень шикарный. Так, вход 5 площадок. В бинаре будет 5 площадок. Первая площадка — вход 0.201 биткоина. Вторая площадка — 0.203 биткоина. Третья площадка — 0.205 биткоина. Четвертая площадка — 0.207 биткоина. И пятая площадка — 0.01 биткоина. Также имеется партнерская программа трехуровневая, 25%. То есть первый уровень — это 10%, второй уровень — 10%, и третий уровень — 5% партнерская программа. Это очень шикарный маркетинг. Сейчас подробненько о нем расскажу. Смотрите, я расскажу от первого лица, как будет развиваться именно первое лицо и как будут развиваться остальные им приглашенные. То есть вы пригласили двоих. То есть со второго идет закрытие, со второго идет сразу реинвест именно сюда, вот красненький реинвест, и со второго вы получаете выплату 70%. Итак, вот этот реинвест, он продолжает работать. А дальше что происходит? Вы приглашаете третьего человека. Третий человек — это оранжевый. Оранжевый становится под зеленый. Зеленый закрывается и закрывает вас уже своим реинвестом. Представляете, как все быстро, быстро и четко. Уже третий человек, а у вас уже практически второй реинвест закрылся. Как вы только приглашаете четвертого человека, соответственно, у вас закрывается уже ваш треугольничек. Вы также зарабатываете реинвест закрытого треугольничка и также зарабатываете 70%. Все очень быстро, вот, только-только не успели стать, а уже все закрылось. Вот, дальше реинвест. То есть, смотрите, все нечетные партнеры, вот, когда вот эти вот два человека сработали, да, и получился у вас первый реинвест, все нечетные партнеры, они работают от основного аккаунта. То есть они выстраиваются от основного аккаунта сверху вниз, слева направо. Все четные именно приглашенные ваши, там, например, второй, четвертый, шестой, восьмой, строго идут под ваши реинвесты. Неважно, какие они, четные, нечетные, они строго идут под ваши реинвесты. И то есть вы будете закрывать также своих приглашенных, также они будут помогать вам, и также вы будете помогать сами себе. Очень обалденный маркетинг, и все вот так вот будет двигаться. Все нечетные реинвесты становятся сверху вниз, слева направо от основного аккаунта, а все четные реинвесты строго идут под реинвесты. И то есть будет получаться такая система, вот так вот он лесенкой будет идти. Лесенка, как шахматка. То есть именно шахматный маркетинг с бинаром. Очень интересно, очень завораживающе. Ну, вы все это попробуйте на себе, как только войдете в проект BitMultiBit и зайдете в бинар, вы увидите все это своими глазами, как все это быстро все закрывается. Просто нет слов. Так все вот это вот, вот так вот оно будет закрываться, и целая куча реинвестов, целая куча переливов и целая куча клонов. Также можно здесь клоны покупать раз в сутки по одному клону на каждой площадке. Это раз в сутки разрешено покупать, потому что многие люди очень хитрые, они изначально покупают себе там по 100 клонов за раз и так далее и тому подобное. Мы пошли от обратного. То есть человек может купить всего лишь один клон раз в сутки на каждой из площадок. То есть если вы, например, вот 5 площадок, если вы, например, встали во все 5, да, ваш приглашенный, он стал во все 3. Приглашенный приглашенного стал во все 5, то же самое. Вот, например, вот этот оранжевый пошел во все 5 площадок, то вот этот оранжевый, он попадет под зеленого, да, под своего приглашенного, только в 3 площадки, которые он купил, соответственно. А вот этот
этот оранжевый, он пойдет под вышестоящего спонсора, так как этого зеленого в остальных площадках нет. Но он за закрытие, и вот этот зеленый будет постоянно получать реферальное за закрытие. Еще не сказал, как только у вас появляется первый реинвест, вы получаете уже не 70% на выплату по закрытию, а 80%, так как реинвест к основному аккаунту, он идет как партнер первой линии, и то есть платит вам точно такие же реферальные. И соответственно все остальные реинвесты, они считаются как реинвесты первой линии и платят вам такие же реферальные, то есть 10%. То есть вы уже не 70% с первого реинвеста зарабатываете, а 80%. Соответственно вы зарабатываете из первой линии, со второй и с третьей ваших приглашенных. То есть здесь бешеный маркетинг, очень большие заработки, только работы, больше тут нечего сказать. И еще один момент. С 5 числа вводится промоушен администрации проекта с 5 января, именно со старта, по 15 января включительно вводится промоушен. Первые 20 активных партнера, у которых не менее 50 активных приглашенных именно в его структуре, участвуют в этом промоушене. Итак, за первое место 0.25 биткоина, за второе место 0.2 биткоина, за третье место 0.15 биткоинов, за четвертое место 0.1 биткоин, за пятое место 0.05 биткоина и 6 по 20 место по 0.027 биткоина. Очень жирный промоушен. Администрация проекта решила разыграть. Я думаю, активных партнеров будет здесь очень много. Так что приглашайте, участвуйте в промоушене. Вы посмотрите, какие сейчас выплаты, да, грубо говоря, если переводить на доллары, то это уже $250 первое место, второе место $200, третье место $150, четвертое место $100, пятое место $50 и здесь 6 по 20 по $27. Это круто, реально круто, дорогие друзья. Здесь администрация платит за активность, те люди, которые проявляли активность, все как в сказке. Вы такого еще нигде не видели. Здесь нету покупок каких-то дополнительных уровней. Здесь нету проплат. Проплата только активация на 10 дней. Активация на 10 дней это доллар. Дорогие друзья, с такими заработками в бинаре, что такое проплата доллар? За 10 дней. Вот вы представляете, что это такое. Так что, дорогие друзья, милости прошу в наш, как говорится, шалаш, в проект BitMultiBit. Будем вместе зарабатывать, будем вместе развивать. Все будет классно, все будет супер. Так что давайте. С вами был на связи Денис Сологу. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.